бесят современные фильмы. Бесят современные фильмы, просто они нереалистичные. Вы замечали, что в современных фильмах главный герой прокачивается всего за один мотивирующий трек? В жизни такого не бывает. Я недавно решил прокачаться, накачал себе мотивирующие музыки, да? Вышел из общаги, чтобы бегать. Пробежал 3 круга, 5 треков прошло, я вот нифига не стал лучше. То есть я стал еще хуже, знаете. Вначале от меня хотя бы не воняло. Я подумал, окей, есть силы, есть треки. Пробежал еще 2 круга, еще 3 трека прошло, и вот на куплете 50 цента я обливал. То есть я и раньше обливал на куплете 50 цента, но в этот раз другая причина. Слушайте, я вижу у вас в глазах вопросы. А не занимаешься ли ты паркуром? В точку. Мы занимались с другом и занимались вот ровно до того момента, пока он не сломал обе ноги. И это было очень смешно. Он сделал трюк, на самом деле просто перелез ограду, и в этот момент у него треснули обе пятки. И я стою, ржу, а он такой: «Чувак, мои ноги!» И я говорю: «Да забей, ты просто прикалываешься!» И вот мы разошлись, вот как все закончилось.